Ну что, друзья, вышли мы из нашего номера. Честно, Наташа поспала чуть-чуть, я вообще нет. Голова гудит, таблетку выпила. Даже думаю, сейчас сил нет снимать. Думаю, ну, все равно ж мы с вами в Атаму. Надо показывать, что происходит. Кстати, вот уже перекрыта калиточка. Ой, прям перекрыта. Ну, тут собачки прибежали в прошлый раз, когда я выходила. Тут разобраться еще нужно. Хай. Вот наш охранник Масай к нам приходит в 6 часов вечера. Охранник Масай, он впускает, выпускает нас. Надо постучаться. И вот он у нас security на ночь. Я знаю. Вот такой вот, представляете, настоящий Масай у нас. Да. Красивая территория отеля, джакузька. Вообще класс. Ну да, можно поплавать и посидеть. Не-не, люди писали, что очень, как это, такое место, как в джакузи, порелаксировать, не знаю, посидеть, понаслаждаться. Thank you. А main road where? Main road. Big road, big road. There or there? To ocean, to ocean. There. Туда? Ага. А там же оно так нарисовано. Ренида Мото. Ну-ну-ну. О, масидэн-дэн-дэн. Ух ты. Кстати, сказали, мотоцикл вам нужен. Мне казалось, что вон туда вот они говорят, обходить, туда идти, обойти вот так вот. Ну, а, ну да. Логично. Я у него спрашиваю, может, влево повернуть. Повернула бы я влево. Вот этого там пальмочки такие, да, видно такое, что уже такой юг-юг, юг-юг. Класс, бунгало. О, вот, обрати внимание, как защищают это. Ага, сейчас. Мы первый раз увидели так. Да, снова Наташа увидела. Видите, стекло. Это битые стекла. Вот так вот на Занзибаре защищают, чтобы никто не лазил из чужих. Вот так вот. Ну еще хозяйка предлагала мотоцикл. Я думаю, что там она предлагает. Вон он тоже говорит, вам мото надо? Да не знаю, пока даже не надо. Но хотелось бы на мото покататься. Но Наташа меня все, не, время, мне бы не хотелось. Все время отговаривает. Нет, ты катайся, пожалуйста. Но у меня всегда, когда мы едем, я беру себе страховку спортивную. Спортивная страховка. В этот раз я не взяла, я знала, что здесь серфинга нет. А если будет лыжи или вейкборд, в принципе, там, ну, там надо еще так умудриться травмироваться. Разве что только не умеешь кататься. Да, конечно. Не, ну везде можно, можно оступиться сейчас, просто покупать специально спортивную страховку. Боже, какая красота. Да, давайте про хорошее. Давайте про хорошее. Тут эти переходы цветов. Мы в Атаму, мы добрались наконец-то. Это что-то какое-то, я даже не знаю, что сказать. Круто, комментируйте просто. Просто вот покомментируйте. Вот наш Завади Резиденс находится... Вот в таком уголочке. Долго мы его искали, ехали 6 часов, я уже рассказывала. Ну, в принципе, не очень. Файн. No, thank you. Можно не отвечать, а то сейчас мы... А как он спросил, мы хотим мотобайк, типа он нас подвезти хотел или что? Конечно. Типа? Ну тут все, все по трое, в принципе, ездят. Я на коленке, ты на это, на плечик, не поехали. Не, я за руль. Боже, мне раз эти крыши, посмотри, как сделать. Я вот иду, вот и показываю, я просто... Он правильно идет? Я не знаю. Ну, сказали выйти вот на основную дорогу, по-моему, вот сюда. Если мы заблудимся и потеряемся, главное, чтобы нас телефон не отобрали, а то здесь весь контент. Напишу Ocean. Так простенько он, а вам какой океан? А он сейчас тебя не на индийский, а на атлантический или на тихий. Ocean, Breeze Bay. Я проще. Breeze. Ищем. Очень выгодно иметь всегда с собой телефончик. Метров. Так куда? Ну, сейчас, подожди. До океана 240 метров. Ну, люди говорили, 10-15 минут идти. Что-то он мне 4 минуты показывает. Ну, хорошо, нам бы на главную дорогу. Поворачиваем карту, на, прикладываем карту к местности. Я всегда прикладываю карту к местности, реально, к земле. Но я считаю, что нам надо вот прямо сюда идти. Сюда, да? Ну, ладно, пошли. У нас с вами прогулка такими хащиками, ну, симпатичные. О, Господи. Женщина нам объясняет, а Ocean може вже не працювати, може вже не работать сьогодні. Ну да, правильно, вже темно, треба його закривати. Ну просто вона коли сказала, я підпригнула. Боже, які рослини. Ні, слушай, да, тут тупичок какой-то, там уже отель. Йдемо туди. Кактусики. Что-то я так восхищаюсь, так класно вообще. Ну, очень круто. Ну ладно, от йдемо з вами ищем. Так що, если когда-нибудь будете бронировать
жилье в Кении в заводе Residence. И вообще мы вам желаем побывать здесь. Ну, можете знать, будете как выйти. О, и тут эти, как, мусульмане. Да, кстати, напевы играет мечеть. Мы такие, да, о, 18, я просыпаюсь 26. Такая, думаю, прям из Эмиратов прям не уезжали. Нет, а по-другому, по-другому. Ну, по-другому чуть поют. Ну, все нормально, все нормально. Да, ну. Зато понимаешь время. Было 15 чем-то, сейчас 18 чем-то. Да. Плюс-минус понятно. Ой, эти виды, слушайте, хочу сказать, это просто вообще. Как всегда, ложку гадости в бочку прелести. Какое-то растение напоминает мне. Это как, не знаю. Раз мы, Наташа произнесла, раз у нас чуть видео не заблокировали. Оказывается, это растение на букву М, мариванна, тоже нельзя произносить. Это мне, а это отцветет. Вон он, желтенький цветочек. Да, что? Я тоже постоянно забываю название этого растения, оно везде, всех стран. Ну, у нас Эмират. Ой, эти крыши вообще классные. Сразу видно турист с картой, слышишь? Да, турист с картой, с телефоном, все снимаем и еще и... Да, еще и на... Есть телефон, есть карта. Да. Сказали, еще безопасно, хоть всю ночь ходите, все нормально. Не знаю, в Найроби, мы вам, наверное, рассказывали, в 6 все закрывается, никуда ходить не надо. Я взяла фонарик, и в телефоне фонарик есть. А хотя свой телефон на подзарядке оставила. Запомни, Horses Links. Так, сейчас смотрим. Horses Links. Окей. Так, нам куда-то вот туда. А на каком языке? Ой, не знаю. На суахили была? Нам кто-то уже машет, не знаю, стоит ли на такие махания отвечать. Махани. Нет, конечно. Ладно, если близко подойдут, то я телефон просто положу и все. Да ладно. Ну, сказали, что телефон же, что телефон могут вырвать. Где? Кто был? В Найроби, да. Ну, мало ли. Ай. Мне кажется, прямо и туда куда-то направо. Ну, в общем, когда уже так пройдем эту зону, мы включимся. Джамбо. Вот хлопцы, и начинается. Завлекулечки. Завлекулечки начинаются. Да, прошли мы буквально пару метров, и вот уже ресторанчик это. Да-да, хозяйка говорила про итальянский, что пицца вкусная. И говорила про Шакир, по-моему, он закрывается в 7:30. Вот, и Италия, она говорит, очень вкусная пицца. Вот мы обошли ребят. Только я не вижу, чтобы она открыта была. Странно. Наташа говорит, сейчас достану телефон, посмотрю отзывы. Так, в принципе, очень классно делать. Да, хлопцы сидят в футбол, кажется, смотрят, так что... Все, сейчас, если зайдем, включимся там. Ван Болоньезе. Так, мы заказываем в итальянском ресторане Болоньезе пасту. Да, одну с креветками из цукини. Еще Наташе пиво за 400. Такер. Пиво Такер за 400. Мы пересели немножко. Это ресторан, а там такое кафе. Нам сказали, что мы можем пересесть. Смотрите, как классно меню оформлено вообще. С бисером, со всякими штучками. Такие вот уже принесли эти чипсики, которые даются как комплимент, да? Это как в лентил суп вот это в Арабии сыпят. Ну вот, предлагаю то же самое. Вкусные? Ну, отлично. Смотрите, какой и сзади пальмочки такие шикарные. Вот это вид, вот это вид. Не все так просто, а принесли еще какие-то шарики и орешки. Тут громко, потому что ребята местный футбол смотрят. Да. И нам очень даже вкусненько. Просто класс. Сейчас Наташе принесли уже у тебя цукини с креветками. 1500 стоит, да? Да. Ну, порция так. Ну, в принципе. Нормальная порция. У меня болоньезе за 1100. Но я захотела пасточку с мясом. А Наташа захотела с креветками. Это вот вкусные штучки, миксы такие. И орешки, и это вот, не знаю, что за хрустики такие. И вот эти вот хлопья. Тоже классные. Не хлопья, как это называется, Наташа? У нас же вот такие вот. Ну, и хлопья. Только больше, как хлопья. Но тоже же в Украине есть такие. Сейчас Наташа напишет родным и близким, и будем пробовать.
Да. Bon appétit. О, боже! Це хозяїн, мабуть. Yes. А what is your name? Diego. 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 Maradona? I know Maradona. Bad joke. Bad joke. No. Okay. But you support Argentina, it's fine? Yes, because I don't like French people. That's why. А еще какие people не нравятся? Nobody like French people. Okay. Also French people don't like French people. А if we are from French? No problem. No, we are from Ukraine. Yes, you're not from France. Окей, давай. Ой, такой дядька смешной. Так, смотрите, болоньезы ем. Так, давайте. Что такие болоньезы? Ой, хорошо. Хорошо. Рико. А ты его раз это раз... Кстати, написано было, что homemade, то есть все это готовится у них. Не просто у нем вермишель берут, сама вермишель тоже у них готовится, как я поняла. Вот сырком можно посыпать. А, кстати, не дуже багато заправка, вот это вот, как я всегда бачила, дурная такая томатная паста. Это очень даже приятно, потому что я из-за этого и не беру болоньезы никогда, если честно. Иногда живот болит. Да, так. А что они принесли еще, хлебчик какой-то? Да, хлеб принесли еще. А, булочка. Ну, це вже забагато. Ну, класно. Вкусно. Вот если нет этой заправки, чувствуется вермишель, чувствуется мясной фарш. Класно, довольно. Which language is this? Maybe you don't mistake. We're not UK, Ukraine. 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 No, yes, all people. Good. Better. We don't speak English. Они такие, мы думали, они из Англии, так, они из Украины, я услышала, я слышала. From Ukraine, this is from Russian. Really? No. No. Yes, sure. No, from no. Russian. Trust me. No, I look for face. From no, no. We know Russian people. You know, it's not Russian people, really. No. Окей. Ну что, Устрый. Давай теперь Наташа попробует. Да, добре. Так, сейчас будет маленькая это. Уже все и... Уже прям так все оживились. Да. Две девчонки в ресторане. Так, сутки. Thank you, thank you. Асанте сана. Помним, да, асанте сана. Спасибо большое. Каиву, пожалуйста. Слушай, ну прям так у тебя такая вот красота. Горячая? Ну да, я тоже сначала хватанула, чуть назад не вернула. Прям стежок получился. Классная, да, вермишелька? Вермишелька, то, что надо. Классно по соли, классно по вермишельке и тому, что вот цукини креветочки у тебя вкусно там? Креветка в детстве много болела, да? Маленько. Я побачила, что... Что ты здесь пьешь? Вот этот Аскер мне нравится, а есть еще ребята пьют White Cup. Надо его попробовать. Как там сейчас мы на ребят наведем? Вот такое пиво. Мне нравится этот цвет. Прикольно. Вот, то есть там. Хочу еще попробовать это пиво. Еще сырком посыпать, да? Можно? Если будем пробовать, обязательно постараемся снять видео. То есть вы, если будете в тени, то вот Таскер пиво Наташа рекомендует. Вкусно. Да, есть еще, по-моему, лайт, ну легче. Ну, мне нравится это. А у тебя, а покажи наклеечку у тебя конкретно Таскер лагер. Лагер. Таскер лагер со слоником. А есть лайт еще. Тук-тук приехал. Жизнь идет своим чередом, только 7 вечера. Да, все вечера, тусуются, сразу все, все приходят кушать. Да. Этот ресторан, кстати, работает, как мне сказала хозяйка, довольно-таки допоздна. Ресторан рядом, закрывается в 7:30. Порции так, большие. Я да, порции сказала, большие, вот такие вот лайфхаки Кении. Ой, все очень вкусно. Я не справилась со своей порцией. Наташа немножко мне помогает, а Наташа уже со своей справилась. Помните, Наташа еду не оставляет. Я не могу оставить еду. Вкусно, да, вообще очень вкусно. Это потрясающе. Ну реально, ну я всегда знаю болоньезе, мне от него плохо, потому что вот это, оно такое впечатление, что плавает в томатной пасте. А это вообще класс, да? А здесь-то классно, мясо вкусное, без всяких там, не дай бог, косточки или что-то. Ну класс, реально классно.
весело. Называется клуб лжецов. Это заведение называется клуб лжецов. И хозяин все время, ну реально как... Ну вы же видели, хозяин такой ржачный. Непонятно, тут правда или ложь. И он, это, там женщина пошла сувениры, подивитесь. И он кричит своему помощнику: ты смотри, она кошелек тащит, ты что это? Почему ты не смотришь за ней? Все смеются. Сейчас покажу, кстати, уже сувениры, еще и магазин с сувенирчиками. Ой, такой дядька смешной, хозяин он. Отдыхает, смотрит, футбольщик такой, чувачок на позитиве. Он. Я сейчас только поймала себя на мысли, я показывала его, и как охота на леопарда в кустах. Он в кустах таких. Опа. Ой, я наелась. Заказала я себе еще эспрессо, кофеек. Из кофемашинки за 150 шиллингов. Конфеточку принесли, сахарочек такой. Ну, и водичку посадили. И водичку. Ой, а цікаво, треба спочатку пити водичку чи за это після? Не знаю даже. Це, до речі, показник кафе. Да. В Італії це прийнято. Це ну, так, так от, так що. Щоб дати воду. На вечерок еспресо. І вам всього доброго. Желаємо вам очень хороших, приятних кофеев. Да, Наташа, желаем людям кофеев, желаем. На здоровье. Нет, не прощаемся мы с вами. Принесли, мы все вкусное уже поели, принесли мохито. Наташа алкогольный, мне нет. Ну, это внимательный лайк, это мальчик, нет. Официант спросил, пью ли я алкоголь. Я честно говоря, нет. Наташа, что это? Это не мохито. А что это примерно? Сахар, тростниковые чайки, лайм и мятка. Но вот какой алкоголь там, я не понимаю. Джин, ну, не джин, приятно. Я думаю, не знаю. Или этот, как он, господи, лед. А вот теперь всем пока.